Все, Иона, отпускай. Перебирается. Наверное, нам сюда. После вас. Что это? Кажется, это какой-то алтарь или... Помоги потянуть. Ладно. Что это? Это рецепт. Кажется, какая-то смесь трав. Пригодится, если встретим еще ягуаров. Лучше не надо. Выход в той стороне. Мы приближаемся к деревне. Скорее бы вернуться в цивилизацию. Постройки не похожи на руины в Мексике. В записях отца что-нибудь говорилось про Перу? Нет, я к тому, что в Перу должен быть некий золотой город. Пойдите. Все искатели сокровищ про него наслышаны. Но на Мексике все обрывается, будто он потерял интерес или... Не знаю. В следующем томе речь о Сирии.
Напомни, как говорилось в загадке? Иди вслед за сердцем змея. На гору с серебряной верхушкой, где заседают близнецы. Проход многообещающий. Как мы поймем, что снова вышли на правильный путь? Руины Майя бросятся в глаза, да? Thank you.
Я кое-что нашла. Кажется, тут есть вход. Раз тут спартанские условия, я лучше посижу у костра. Нужно смотреть под ноги. Предметы начала 20 века.
Кто здесь? Yeah.
Кажется, выход здесь. Там что-то шевельнулось.
Они ушли отсюда, не закончив строительство.
Thank you.
Надо выбираться.
что-нибудь нашла? Еще один алтарь майя и... И что? Старый лагерь, одни развалины. Надо идти дальше. Точно. Как мы поймем, что снова вышли на правильный путь? Руины майя бросятся в глаза, да? Ну да. Как думаешь, до Кувак-Яко далеко? Если мы идем туда, куда надо. Трудно сказать, но система орошения – хороший знак. Понятно. Когда-то здесь были люди. Надеюсь, и остались.